той. Есть. Но микрофон Так, был выключен. Стоп. Все, теперь должно меня быть слышно. Ну, проверь звук. А, вот теперь тебя слышно. Да, я понял, для записи отключал был микрофон. В общем. Косячник. Так, все нормально. Всем здорово. Продолжаю. Солдаты удачи. Часть третья. Ну, в общем, поехали без долгих разговоров. Там по месту разберемся. И начинаю смотреть, как Андрюшку продолжит мудохать. Да. Кто был, тот знает. Прошлый да. Стрим прервался. Да, в связи с тем, что его поставщики интернета нихуя его не радуют. Не, у меня прервалось, мне синякан выскочил. Блин, потом у тебя еще задержка была нихуёво. Ну, у тебя дроп уже пошли. Да, я помню. Сейчас все ништяк. Это радует. Но ништяк. Блин, у меня сдвинулся, как здоровье мало. Да все равно что-то бывает. Так вот, ёпт на разок. Не, не, он идет нормально, вот сейчас идет, идет, ну что-то бывает. Хуяк! Может это сам. Вот мой мент какой, блин, взял, убил, типа прям в яйки. Ты вообще садюга. Только не гай, а сам-то вчера двоих уложил в яйки за стрелы. Да, да, еще и со снайперской винтовкой. Ой. Че, дядька? Злой дядька. Вообще, яичницу с колбаской устроил. Левая баба выбежала. Мочка. Мошек, Андрюха играет на охуенно сложном уровне сложности. И да. При этом с лимитированными сейвами. Я решил уж совсем не мучать зрителей, не играю без респауна. И сейвы все-таки у меня есть хотя бы 5 штучек. Ой, это 6. А есть еще. Можно выставить для полного жопораздирания бесконечный респаун роллы и вообще без сейва. Это уже сложности, ну, то есть. Враги сильнее не будут от этого, просто уже начинается вынос мозга. Это пиздец. Это место я еще тогда вроде прошел. Тёп, сейчас убьют. Ну, чтобы она еще прыгала поменьше. Прикрой меня, обороняю. Это дура, я. Ой. Да блин, вот видишь, как-то... С аптеками вообще напряженка. Не то, что у Макс Пейн. Нефиг было орать. Ну, если так все чат у Макс Пейн, можешь все равно сказать, ну, на сложном. Да, это все был. Но я, блин. На нахуй. Как мне здесь замедления не хватает времени. Ёлку убили. Еще бы ему замедлиться. Еще что-то. Аптечек.
Может, еще бабу резиновую. Да елки-палки. Ну здесь вот нет такого разброса патронов. Да, блин, он меня убил. Я его даже видно не было. Ну, не охуебали тут щелкать. Нет, тут на дальних дистанциях разброс тоже не херовый вообще. А, есть, да? Да. Надо, надо стрелять короткими очередями. Ну это понятно. Вот, на этой, вот реально на этой сложности вот слеповые гранаты, капец, какая штука полезная. Полезнее гораздо, чем разрывные. Разрывной сложно убить. Этот раз я тебе не... Ну блин, все равно я застрелил. Так, что у меня из оружия? О, у меня есть какой-то пистолет. Пуколка. Какого-то панка ебнул. Тут сейчас веселое место где-то будет. На улице. В чем это заключается, это веселое место? А тут... А, это мои? Воу-воу, а вон... Я ж помню, что тут какой-то козел меня все время убивал. Я тебя все равно убил. Я спрыгну. Я не сомневаюсь. Я все понял. Немножечко врагов позапоминал. Этот раз она только пулю в живот схватила. Скорее всего даже от меня. О блин! Запарен. И богу достали. Сам выиграл такой уровень сложности. Так куда она кидает? Да я знаю, где они. Ничего не делаешь. Это интересно. Иди отсюда, шлюха. Ну если этот мудак опять меня убьет. А, он тебя убьет. Вот ты, блядь, убьет. Тебе повезло. Так, на улице надо убивать кто-то двоих, потом обратно забирать. По идее, я его убил. Без этого никак. Так, пожалуй, я, наверное, сохранюсь. Ну, сохранись. Джамп. Не допрыгнул. Хорошо, что сохранился.
ножом еще стекла не рубит. Нахуел, Маш. Ну дальше не попадает. Прыгнул. Я здесь тоже был как-то подзастрял. Мне пару раз не удалось сюда допрыгнуть, я подумал, что сюда не надо. Сюда невозможно, типа, допрыгнуть. Да. Бывает, да. Я помнил, что здесь какое-то западло, но не мог вспомнить какое. Пока не ощутился в нем. Да. Темновато. Фонарик включи. Нет тут фонарик. Да у меня и очков у меня нет. Вот те спецназовец, даже сраного фонарика нету. Самое обидно, когда знаешь, где враг, но он тебя все равно мочит. Ох, чё бывает, ёпт. Короче, тут по-любому падаешь, я так понял. Даже тут козла мочим, да и тебе. Эта куколка уже не такая меткая. Хуё, что она не меткая. Ой, там он какой-то бронированный. Мамля. Так, я дверь удачно задержал. Неужели? Там броник был, ты чё? Да, вот я так заглянул. Там тоже кто-то вроде сидит. Какой-то жук колорадской. Ты был прав. Там кто-то сидит. Был броник и не стало броник. Ну, зато не стало этого хуя. Сейчас, скорее всего, и тебя не станет. А-а-а! Чего ты? Я убегал. Чё-то такое не туда убегал. И опять то же самое. Ну блин, сейвов мало. 5 сейвов на самом деле не много. А ты ещё 2 хотел поставить. Да. Нахуй в ангаре. Суки! Бляди! Это слово. А чё это он на тебя приземлился? А он типа с крыши прыгает, а я стал там, где он падает. Ох, здоровье, да у тебя всегда такое здоровье. Блин, и сейвиться не хочется. Но придется. Но придется. Очень больно ты далеко тут бегаешь.
бронежилета. За стенами сидят шныри. Какие они шныри. Кто? Чего ты? Видал эту девку? Нахуй. Секунду. Ну так. Ты же спецназовец, должен все четко делать. Да так нереально реагировать. Ну, если бы ты был спецназовцем, может, реально было. Блин, я думал, я его убью. Поэтому он убил тебя. Дробовик, где? Думаешь, он тебе поможет? Попытка не пытка. Мы тебя снова убили. Обидно, слушай. Только вошел. Ну так. Хуёво-то вошел, видать. Надо нежно входить-то. Оставили мне выбора. Ты взялся за базуку, которой у тебя нет. Я за гранату сделал. Да блин, ну как так можно-то? А вдруг это ихний бы человек заходил? Как они знали? Сразу дверь еще открыться не успела. Значит, был приказ. Кто войдет, того гасить. Похуй даже, кто это. Я или пароль. Надо пароль назвать. Вы забыли назвать пароль. Джон Ву. Да-да. Порядок, проходи. Да ты еще не ждешь. Как тут лучше действует? Ну, не знаю, как туда лучше тогда действовать. Я буду... Ты с этого ослеплял там эту письку? У меня нету, у меня кончили. Ну, ёпс, туда и... Звиш ни хрена не дают, ни аптечек, ни гранат. Ну, это... Больше что за выживание? Да, я зачистку тут делаю или выживаю? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты делаешь... Ты выживаешь. Да, на этой сложности. На этой сложности ты выживаешь, чувак. Я понимаю, мне наверх. Я боюсь, отвечаю, я за границей. Ты сохранился, неужели? А, вот а... этот чувак. Ну, ёпты. Ты бьёшь меня, и ты покойник. Вильгельм, ну, сейчас бежит вроде. Из Кордофана, из Судана. И порядок тоже оттуда. Где найти Сергея Деккера? Сдавайся. Скоро Сергей Деккер получит Джессику 6, и все будет кончено. Кто такая Джессика 6? Ты уже труп. Кто? И твой напарник Ястреб тоже. Нет, он не сбежал. Он просто сдох. Mission complete.
Так, информация оказалась очень ценной. Начинаем поиск Джессики 6. Но мы не знаем, что это такое пока. Вот. Мы едем в Судан на скотобойню. Дадут нам 60 тысяч за то, что мы уничтожим фабрику, и что-то не знаем про эту Джессику 6. Так, что ты с этим бабком делать-то будешь? Да ничего, это так для... Это как очки в Мегамэне. И то только в первом Мегамэне. Да. Так, что у нас? Манкулин нас предлагает, мы его возьмем. Вот. Хорошо. Берем снайперку и возьмем дезерт. Поехали. В общем, у меня уже сейчас 165 457 долларов, дальше без копеек. Блять, как бухать-то будем? Ну, вот этот уровень тоже сложный, но он и запутанный не станет. Так, сейчас я тебе все гляну, он, мне кажется, диалоги. Ага, нет кнопки диалога в отдельном деле. Жаль. Так, все ли не сыграли? Что же секретный код? Как ты их разносишь-то? Будь осторожен, Джон. Буду. Умру раз 50, от там буду оставить. Откуда он взялся? Вот откуда? Ну, он тебя же не покусал. А другие покусали. Ну чё, мне хуёво покусали. Прям вообще навсегда. Докусали. Видишь, вот он голову потерял. Моей... Не знаю чего, но вообще он голову потерял. Мне интересно, откуда тот чувак. Ну опять прибежит? Ну от скроллинга, наверное. Больше своего не убьет. Его можно убить. Да, тоже за скриптом. Как в Макс Пейне, пройдешь куда-то и тоже выберешь это. Так это везде такая хуйня. Ну да, в старых играх такое. Да и в новых. Ну да, в линейном. Ты что-то как будто ты что-то другое придумаешь. Ну да. Не, ну там в всяких крузисах там сразу на остров набросали там. 200 врагов, вот и уже там так хочешь такие ходить. А это тупизна, значит. Бойня где-то рядом, я возвращаюсь. Блин, мне аптечка не лезет. Так, такого вообще не может быть. Их и так дефицит, она еще и не лезет. Ну да, тут всего две ножки. Ну сейчас где-то чувак с одним ножом был. И собаки. Вот он. Да, надо взять. Броник мне не лезет. У тебя полный броник. Вау. А сам обжечься можешь? Конечно. Он на правую кнопку этот огнеметающий гранаты бросает фосфорные. В общем, он больше для гранат нужен, чем для самого огня. В общем, если сюда можно будет вернуться, надо запомнить, здесь есть пикнет. У
я-то ему яйки пострелил, и ляжку отхуячил. А, я тут свою бойню устрою. Пиздец просто. Начал я вроде неплохо. Еще апки! Я на СС не берется. Это просто рай какой-то. Ты бы сохранился бы? Сейчас сохраню. А вот к пулемету патронов нет. Как и в прошлом уровне, я тоже его взял с собой, и ни одного патрона в уровне нет. Ну, так надо знать. Не, ну так чё, он мне, я благодаря ему, видишь, как первую часть уровня прошел вообще без дамага даже. Не, тут будет еще, по-моему, то ли пулемет, то ли какой-то там шрапнелевая пушка неплохая. Так, у меня автомата вообще нет. Так ты и не брал. Я понял, если не бегают с автоматом, не бегают с этим дерьмом. Дробовиками. Ох ты. Вот, вот половины броника и не стало за один выстрел. Ну хнеху был из ебалом щелкать. Кто я снайперка взял? Которая нахуй не нужна. О, пулеметы и пули там на столе лежали. Патроны 0.44 калибра, это почему он берет? Дезерт. Все, пули на тут патроны. Ой! Нельзя расслабляться. А ты как хотел? Спрыгивать не хочу, но там есть броня. Теперь мне придется туда спрыгнуть. Вот мне надо вот эту коробку опустить и подвал туда. Я уже за аптечками не вернусь. Было бы слишком просто. Может засейвиться, да? Ну засейвишь. Далековато. Тут такая игра, что даже с полным здоровьем, в принципе, один враг может быть еще так. Так это во многих играх такая хуйня. А не, вот я мог вернуть. Пойду возьму. Это и залечу. Буду по-твоему, твоим методом. Ай-яй-яй. Нехорошо чужие методы воровать.
Я, может, я еще буду... Буду еще радоваться, что я не поленился вернуться. Опять забыл где... А, вот. Еще где-то одна была, но я забыл где. Вот на, с респауном назад лучше было бы, наверное, не возвращаться. Можно по пути получить гораздо больше людей. Так, мне надо подняться на тот верхний этаж, сам экран. Не понял. Спирали она не открыла. Там еще один ящик. Я думаю, лучше, наверное, аккуратно спустить. Блять, хочешь, никого нету. Он только сейчас вот тут появился. Я всех убиваю, как Грим Риппер. Забираешь с собой. Да. Свои владения. Они так спешат за мной. Они так спешат уйти из этой жизни, что порой ноги даже забывают. Эй, он один дождь забыл. А некоторые голову. Кстати, меня потрепали неплохо. Да я вижу. С той одной птичкой, которую я не помню, где бежит, я возвращаться. О! Вот откуда ты пришел, сука ты такая? Пиздец, подкрался незаметно. И вот сейчас начинается стандартная игра. Один враг, я жму. Взял еще и корову застрелил. Ну типа потом списать можно, что в пылу боя была убита. Ну да, 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 как всегда. Блин, этот сзади, я за него забыл. Будешь знать, как корову убивать, козёл? Ну, на ней тавро даже есть. Коров расчленять не разрешили. Зачем? Животных жалко, да, любить. Конечно. Я тоже так считаю.
нахуй в ангар. Я в него стрелял. Хуёво я тебя стрелял. Ну тут мания убивать второго. Не буду тебя считать, я сегодня повезло, но мясо ты не повезло. Но блин, он опять кто-то застрелил второго. Да, убежал. Не вижу. А, блин, секундчик. Я ж тебя найду и убью. Но меня остановил один и тот же чувак. Этот раз двум коровам повезло. Ты двух коров спас? Да. От гибели. Живодеры гребаные, на. Этот раз для того, что поверху бегал мне. Ну, он да. Стоит. Он стоит сучонок. Нельзя себе жалеть, да жаль. Блин, как мне этого козла ушатать? О, нет. Я все три раза вроде стрелял, но. Вау, бронь. Ой, откуда? Откуда? Будто где-то снизу, мне кажется. Где-то откуда. А он стоит. Так, пожалуй, я сохраню себя. Ну сохрани. Сколько у тебя осталось-то? Один. Нет. Уровень длинный очень, кстати. Ой. Видел, что ты поубежала. Выбираемся отсюда. Блин. Я не помню, кто его видит. Говоришь, ну, по крайней мере, на этом. На этой делянке. Так, на С4 и аптечку. Так, ну это, кстати, где-то вот конец уже. Наверное. Два под уровнем. Там будет какой-то под уровень, такая большая поляна. Там так гасит. Нормально. Ровно 800 прахов. Вот, вот так тут, по-моему, будет снайперы. Привет. Он успел поздороваться со мной тоже. Hello! И ты его грохнул за это. И так бы его грохнул. Потому что либо он, либо ты. Он тебя.
опять бедную корову убили. Кашки. Не буду корову жевать. Принципиально. Она и так страдает. Её всё-таки убили себе должно. И опять убили. Не опять, а снова. На ракеты к базуке дают исправно. Самой базуки-то я с собой не взял. Ты уже как не делал это. Вот. О! Снайпер сука. Хо-хо-хо-хо. Я уже хочу засейвиться, верю. Придурок. Ой, зря я туда спустился. Не получил пизделя. Теперь я повел точно сохранение. Прикольно ему пол головы снять. Какашка, бля. Мне удалось спасти две коровы. Сегодня был их день. Значит, будет что пожрать. Тиран, блин. Нахуй. Издеватель. Каким-то чудом расчудесным никто не написал ничего. Вчера. Дима посетил там. Кто-то написал призыв. Куда ты смотришь, я сверху. Ладно уж, потрогай проект так дефицит. Чё, да я не особо. У тебя ход там уровень был реально дефицит потом. Да, вот в том. В каком-то. Забыл. Почему? Когда ты начинаешь играть солдат удачи, я хочу спать. Больно. Я вчера тоже спать. Ну ты помолчал, да? Не, ну я ж зевнул был раз, ты еще спросил, что это было.
Нет, так ты... Ты просто молчишь сам, как бы, я там, я что-то... Да как что говорить-то? В чате никого нету, блядь. Вообще никого нету. Пишет три человека, на... На кибере. И всё, на этом. Ну, больше нихуя. На Гудгейме вообще никого? А вот гейм работает? Да. Вот гейм работает, все работает. И поэтому ни души. Да. Фуй, ты живой, сука? Это зомби уже. Ходячий. Мочи его. Как голову его. Смотришь ходячий. Да. Я уже четвертый сезон начал. Ого. Шустро ты. Ну как долго ли тут? А там сезоны короткие. То как короткие? Считай, 16 часов весь сезон. То есть все почти час. Все равно там некоторые сериалы там по 20 с чем-то серии в сезоне, здесь там по 7, по 12. Где? Вот первый сезон только 6, все остальные, второй 13, третий 16, 14 и 16. Я догадывался, что там стоит какой-то модель, который тебя убил. Айлен, как я далеко. Блять, теперь вообще один человек. Навчает на Нидеркаде. Ну ладно, чё. Ну, подписывай. Хоть ты меня не бросай. Нет, я тебя бросаю. Между нами всё кончено. Блин, как меня в той комнате ушатали. Один урок пол хп сбрил, и второй пол хп. Да, ох ты, сука ты. Ой. Ты прикинь, вот нас пишут три человека, так? И я, получается, за двоих. Так-так. А хуй его знает, я зашел, стал три. Я отключил этот кибергейм, включил гудгейм. Там все равно ноль пишет, а тут стал один человек. Я сейчас зашел, стал три теперь. Может, просто кто-то как раз зашел тоже? Но выстрелы. Так, я ничего попить не делал. И что ты предлагаешь? Да ничего, уровень пройдет где-то там и раньше. Да, ну да, это... уровень. Блин, он. Ну тебе заебись, завтра никуда не надо, будешь сидеть на сука вырять. Мне сейчас, сука, завтра на учебу ехать. И сегодня сидел, попе ковырялся. Ну, так это благодаря моим трудам. Давай. Не, у меня тебя, видишь, сегодня в отрыве от работы. Тоже не спал. Хм.
Чё тебе сказал начальник? Уволю нахуй! Сука! Нихуя не обманешь, падла! Просто... Да, вот я приплыю. Он сказал. Как ты по батюшке-то? Валерьевич. Валерьевич? Да. Андрей Валерьевич, вы сейчас мне не прихуели заниматься ненужной работой для нашей замечательной фирмы. Примерно так. Андрей Юрьевич в ответ. Да блять, иди ты нахуй, козел, ты видишь, я тут дело. Важное блядь. Дело делаю, да? Да, блядь, тут какую-то хуйню тут пришел, мне пиздишь. Меня там завтра. Не важно, что завтра. Ну ладно. А ты тут не пришел на мозги встать. Че он сказал? Пшел нахуй отсюда. Произошел глюк. Какой глюк. Меня как бы дверью развернуло и затянуло внутрь комнаты. И тебя убило. Да. Да блин, меня в этой комнате уже трижды убили. Я перед ней сейчас сохраню. Ты у меня под сейвом. А, ну 4 сейва еще, конечно, надо сохранить. Сейвы, сейвы. Мы любим сейвы. А Андрюша любит сейвы? Давай. Почему бы... Ну так Андрюша любит сейвы? Меня радует, когда они есть. Фу, чьи-то! Не, ну как, я больше люблю. Не, я больше люблю чекпоинтную систему. Да не надо думать, где сохраняться, как там. Да не бесконечные, но эти сейвы, там как-то это слишком просто. Ну как вот. Ну, в любом случае, рано или поздно это пройдет. Когда их они лимитированы, тебе надо, блин, там. Особенно когда первый раз играешь, ты не знаешь, по длину уровень, какие-то сходывают. А чекпоинты самое то. Ну вот, потом я буду проходить игрушку, где будут чекпоинты. Только мне надо еще установить сначала. Это то, о которой ты говорил, что ты ее пройдешь быстрее, чем я, солдат и удачи в итоге. Угу. Теперь если ты... нормально пойдет, я, может, ее и, блядь, даже с нон-стопом, блядь. Сейчас я прям комнату походу будет. Не знаю, что я открыл. У меня там уже патроны к пулемету нашли, блядь. Наворачивать нет. Сука, отложил личинку, вышел и меня стрельнул. Ну, порадовался, ёпта. Облегчение, блядь. Я вернулся обратно. Что, мне нужно втыкнуть, что мне дал тот рычаг. А вот помнишь, я здесь очень долго ходил кругами, ты понял, что это надо. Думай. Я не знаю. Не прикол, я вышел через эти двери, да, а обратно зайти не могу. Опять надо делать целый дверь. Троллим. Эта игра вообще настоящий троллинг. Сюда. Вот я помню. Вот, и тут надо еще такой прыжок совершить, прыжок с приседания. Вот сюда мне надо. Вот это я долго бы купил. Кто-то меня хотят. Я что-то боюсь через эту тюрьму проходить.
обойдут. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. А теперь в этом уровне рубрика как раз. Название рубрики «Стен». Тут у меня всегда такое. Шкрипы какие-то валяют. Так, страница. Да? Закрывали. Ну ладно, что это расстреливать? Гадит закрывал верхний. Кстати, до конца вроде уже недалеко. Я довольно быстро вспомнил, куда мне нужно идти. Ой, мой товарищ делает это. Что-то, я что-то включил. Туши поехали мне сделать. Садисты. Главное, в чем фишка? Отхерачит ногу и при этом яйки захуяет. Ну, как, не знаю, что сложнее руками за яйки держаться будет. Пусть лежа держит. Просто если ногу не отстрелить, он побежит и найдет свои яйца, так? Ой! Вот так вот, правило спецназа. Стреляй в яйки. А если это баба будет куда ей стрелять? Бабе? Бошку. Типа, потому что пустая. Бабе можно по пизде воды отсюда. Можно ножом еще. Пару дырочек проковырять. Суки, какие, а? Так, это я. Я случайно. Кнопку нажал. Это я запустил эту мясорубку? Нет еще. Да, ставлю иду. Сейчас. Обратно в Зарубочка. А блин, и то успели нагадить здесь. Ты посмотри. Да вижу, родной. Что я тебе опять ставили? Справедливость. Я мог знать. Так, перекинь другую руку оружие. Не надо. Что тебе перекинуть? Да это я персонажу вырубил. Мне другую руку пистолет, это не так не надо. Он стрелял на опережение. А он живой. Бёшь, сука, сука. Вау!
Ммм, потрошки! А, нам ты базу кто-нибудь затянул, вот я не обращал внимания. Я, пожалуй, туда не появился. Ну, блин, ну вот как так? Вот реально. Нет экстрасенсов. Тихо. Вот у меня тема действительно стоит. Спугнуть яйца, это не спугнуло. Это вообще пиздец. Два сейва, вот я думаю, пожалуй, пора еще один подрать. Да уж. Подмогли. А, походу, ручку надо повернуть, ага. Я с воду слил, вот не воду, а вот это там, где уже крови с пешками была, там я, наверное, слил. Я не помню, меня убило дверями или этот козел. Скорее всего, козел. Че, там дверь, кстати, закрыта была, она открылась просто. Вон её. Неважно. Не тебя убило и сейчас еще раз убило. И это факт. Но я сохранился. И это факт. Тебя все равно убил. Неважно. То есть недалеко, не нужно далеко перейти. Да блин, чем? Ну никакого автомата не было. Надо было брать. Ну взял бы и тоже патронов бы там, может быть. Порой дают патроны тем оружием, которые не упадают. Но у меня, видишь, в пулемете есть пару патронов, сейчас я начну устраивать. Бойню на бойню. Но... Читеры! Да ладно. Просто крутые перцы. Знает, как тебе пощандовать. Что они делают? Все тут делают. Блин, ракет столько дают. Откуда он стреляет? Да блин, они задолбали, тут две двери по-тупому. Пока на одну посмотришь, так другой кто-то убьёт. Беда. Ты чё, обе ноги что ли скрываешь? Это уже не важно. Я злой. Чё ты застрял? Ой-ой-ой-ой-ой! Хуя там. Втроём аж встречают. Хуя до вас. Блин, и в холодильнике их тоже трое. Что-то их там реально напихали. Вот вопрос. Какого хуя им делать в холодильнике? Тушку охранять, что ли? Не, ну они там работали. И с пушками. Да сама же. Это уже их не дело, там. Удобно им с пушками тут. Да, нахуй. Я им отомстил. Не убьет ни одного.
Ну так, бывает. Там сваляли тупо стену, что ли? Охуя! Как кашки разлетелись. Так, надо куда-то рисковать. Иди в холодильник. А мне вообще туда и надо. А ты, куда ты полез? Бомбочкой! Солдатиком, щучкой, щучкой, ёпт. Гадость, бля. Фу, бля. Я меня сейчас вырвет нах. Все в говне. Вот, вот это действительно потрошки твои. Еще ниже. Так, я пойду возьму попить. Блин, у меня так денег 171, 777. Да, можно было на шлюху потратить дохуя. Сейчас он придет, ребятки. Если вообще тут кто-то есть. Что там говорил, когда я уходил? Наверное, сейчас, ну, ты придешь, если тут вообще кто-то есть. Ты же есть? Ну, только что я есть, я и ты, больше не то. Я стараюсь. И ты ебнули. Не успел даже пукнуть, как ты ее, бля. Я успел пукнуть, только мимо. Блять, ты как всегда... Вот... Маленький там с одной хпшкой, с нулевкой, ебать. Да, всегда третий уровень у меня с одной хп. Тут будет новая оружка. На ее. Ну, кстати, хавчик был, Оля. Не-не-не. Верни сначала. Да нет. Вот иди. Вот. Блять, да не сюда, да не сюда. Да не самое начало. Ну, вот иди немножко. Все, больше я никуда не шел. Стоп, вот тут повернись. Направо, вот. А, нет, все, иди. Там какой-то кусок дерьма. Так, мне что-то надо. А я тебе дал надежду, да? Да. Это что за хуйня? Это ракета. Да я верю, что это ракета. Что она здесь делает? Ты же видишь, что тут под прикрытием фабрики целые. Пиздец. Короче, ребятки, вы поняли? Под прикрытием фабрики полный пиздец. О, чувак, здорово! Кто там? Диман пришел. Привет, Диман. А мы тут плюшками балуем. В общем, вот так вот. Ты единственный пока наш зритель. Чувак, который нас поддерживает.
Да как у нас дела? Хера у нас дела? Нет у нас никого, только ты единственный наш зритель. Никто нас больше не поддерживает. Вот. Такая вот хуйня. Малят. Лисичка съела колобка. Вот именно что пятница все бухает уже, ёпта, ну всем похуй. Их тут много. Я почувствовал, когда надо засейвиться. Чё ж так у тебя херово, что у тебя выходные, ты пашешь? У нас как раз тут грандиозные планы намечаются. Только намечаются, как ожидать будем. Да, ничего ж будет так, блин. Да, блин. Вот завтра у меня должен быть хотя бы тоже выходной, как у всех нормальных людей. А я еду на учебу. Тут надо было по этому предмету даже автомат заработать. Блять, по двум сразу там. Ну он не ставит автомат, то есть надо плюваться являться. Что-то тут меня жучат, а? Там это единственный, можно сказать. Чувак, вот препод, который поставил, вообще ставил автоматом. Вот за всю нашу сессию. Ты, ну, сколько человек там получило автомат? Четыре из нашей группы и трое вроде из другой группы. То есть 7 человек, где-то с 50 человек. Да не вопрос, чувак. Не, ну это... А ты вспомни, как я вчера дрочил этот монстр и у меня нет слеповых гранат. Честно, мне напоминает вот это дело. В чем дело? Гранат. Где-то есть мило. А, я помню этот уровень. Я до сюда еще доходил. А, вот я на этом уровне все и закончил. Фу, как хочется сохраниться. Да сохранись, то что мешает-то. А чё вас так много? На этом уровне урвал до хрена. А на этом уровне доктор, да хуй я. Сука. Можно сказать, что я специально сейчас вы. После первого выстрела там. Бля, это чё, нет горячей клавиш, что ли? Какой, загрузки? Да. Есть, так, блин, быстрее сдохнуть было. А так... Ну видишь, как Макс Пэнни, там F9, F5 сохранятся. Блин, вот видишь, нажал F9, меня выкинуло. Тут какая-то другая кнопка. Наверное.
Так, что мне еще из оружия? Ты можешь сейчас эти фосфорные гранаты проверить? Фосфорные гранатки. Давно такое. Что это? Какашки. Какая-то поебень. Что в следующем уровне будет моя... Ой. Будет моя любимая оружка. Мне кажется, за оружка такая. Не буду спойлерить, но она крутая. Лазерный миниган. Но ты близко довольно. Еще не попадает. РД зато возьми. Ой-ой-ой. Мне сюда. Блин. А, вот это я помню, еще проходил. Пиздец. Серьезный Сэм напоминает. Ага. Бальхи! Ага, прошествие. И сейв не хочется тратить, понимаю. Так их... мало. Терминатор, я вот. Про чё эта игра? Ну-ка расскажи нам, про чё эта игра? Это игра про солдата, который как бы за добро... Про наёмника, который по сути-то хороший персонаж. Он наёмник, убивает террористов. За денежку. На которую мы даже потратить не можем. Не, ну в концовке, кстати, будет, если я не ошибаюсь, в концовке будет момент по поводу денег. Должен быть проход, дай мне посмотреть. Бокс. Украли с русской, ну да, с русской базы какой-то в Казахстане, там где украли ядерные боеголовки, я лазер вышел на след террориста Деккера. Поедем обратно или не прыгать надо? Не знаю, ты меня спрашиваешь. Не прыгать. Блин, тут... Я уж сохраню. Ну, да, ну блядь, если позволяет сейв, то в чем вопрос? Мне никогда не позволяют. Ой, извиняюсь. Блядь, как отрыжку пустить, то нормально, как чихнул, извиняюсь. Ну, это уже привычка просто. Неужели ты прошел? Нет. Ты там, да? Типа, вентилятор резко включился, чтобы я не прополз. Ну, засунь свою письку. Не успел. Чмокнули. Не, я отстрели. Блять, он состав постоянно тебя будет сварить, нет? Может, не, он чуть ставит. Хочу, блядь, вот, есть надпись. Сука, снайп. Вот
и Андрюшку снял снайпер. Будешь? Нет, а там, блядь, рожки до ножки только оставил. Вот. Иван, сам-то как хоть там поживаешь? Когда ты будешь наши субботние стримы посещать? Тут ты работаешь, все денег не заработаешь. Да, так что забей на это дело и приходи к нам на стрим. Да, до скольки ты завтра? График. Ты до скольки работаешь завтра? Пока молчи. По-моему, мне надо что-то телегу делать. Сейчас будет DuckTales. Когда прыгать? Помню. Да не надо. Ёпта. А чем? Два сейва всего. Нах, чё, знаешь. Бен, не лучше. Ох, он мне дал. И унитаз. За все грехи. Ребятки, все, кто тут подошли, всем привет. Здорово. Всем здорово. Поздоровался. Это Андрюшка поздоровался. Да блин, тут гранат. Вот смотри, как. Ты видел, как она кинулась, ее даже видно не было, она сразу где-то в потолок ударила. И тебя на мелкие ошметки разбросало. Очень сложно бросать гранат. Беда какая. Беда. Да вот, так ты в одну сторону. Это не помогло. Броник. Миш, там на еще одной телеге вроде ехать. Из Азии. А! Почему? А тебя просто это сбило, что ли? Да. А вообще меня убить должна была, я не знаю, чем я меня бросил. Не повезло. Радуйся, ёпты. Что тебя она только отбросила. Так закричала, аж испугался её. Я сам испугался. Я чуть не ожидал, что она поедет. Да, что ты думал, что здесь мне уже пушку новую выдадут? А я не выдадут. Ну здесь будет.
сюжетный момент неприятный. Неприятный? Ой-ой-ой. Тебе правое яйцо стрелять, что ли? Ох ты шо, я боюсь. Это Макс Пейн, часть вторая, глава первая. Да хуй еще народа. Че Макс Пейн, я че-то застыкал. Ну где он там сбитый-то бегал? Народа, то есть примерно такая же местность, народа до хера, понес, не знаешь. Специально гранаты не пытаются. Нет, хуйню тратить. Я их по делу замедлялку используй. А базука, блин. Базуку дали. Базуку? Блин, пожалуй, я сохраню, потрачу последний сейв. Стыкается, что осталось. А это пол такого уровня. Чё-то там взорвал. Опять на безобразничал. Да, чё-то я. Те провода же. Электрик. Блин, я как я думал мне сюда. Вот, короче, здесь конец уровня, если не ошибаюсь. Это мне надо где-то решётку открыть. Тут видно, наверное. Как бы намекает. Не, ну я что-то же взорвал. Я падаю. Ну а я откуда знаю, что там взорвал? Я падаю явно. А там вселенная. Не, мне кажется, что надо где-то там, где эти рычаги делают. Там, наверное, что-то взорвало. Взорвалась какая-то либо дырка в вентиляции, либо стекло какое-то разбилось. Дырка. Поехали, шеф, трогай. Ну конечно, шеф, я плачу. Двойной тариф. Покидаем дробовик, пока пойдем двери. Хоч. Вот, это беспредел происходит. Да в этой игре все беспредел. Особенно сложность. О, так вот это боеголовка вроде. Что-то взрывается. Уёбывай нахуй отсюда. Вот. Да. А, нахуй. Дебри полез. Привет. Лифт, лифт.
сломал. Все сломал. На бедокуре, вот, как всегда. Ой-ой-ой-ой. Мама дорогая. Видишь, там чувак как, с какой пушки стреляет. Хуй знает, с какой там супер-мега пушки. Да, с... Он стал там супер-мега, но... Неплохая. Самовзводный помповик называют. Нихуя себе. Это надо, что ли? Вот. Ой, я себе. Всё, это конец. Вот, вот этот декер. Я сейчас убью того чувака. Да, понимаю. Отпусти его, возьми меня. Расскажи мне что-нибудь интересное, и я подумаю. Джон, не надо, это точно. Я работаю на группу Антора. Тайное антитеррористическое подразделение ООН, специализирующееся на агрессивных невоенных операциях. Есть ли у вас, мистер Маллен, что, чего я не знаю? Вы так не думаете? Он так с пистолета стреляет, с пулемета. А анимация его смеха такая же, как в первом уровне, когда этот на пулю. Да, взял. Да, да, да. Это вообще модель, ну, даже моделька, по сути, схожа, только в броне. Ну да. Текстурки другие. Ну и как всегда уровень, как же может иначе закончиться? В общем, твоего работодателя ёбнули. Это не работодатель, это напарник. Работодатель в магазине к нужным работе. Ну, формально. Вот, и он. Ястреб погиб. Мне тяжело это слышать. Достанем этих ублюдков, прежде чем они сделают еще что-нибудь. Такое ощущение напоминает, как это... Рэмбо в старости. Может быть. Ну, повязка прям, блядь, и заросший такой весь. В 1977-м полковник Сергей Деккер разработал сверхсекретные программы, в результате которой были созданы 7 примитивных атомных бомб для защиты от нападения со стороны Мозамбика и Анголы. Да, но Деккер решил по-другому, использовать оружие как способ давления. Давление? Прекратить торговое эмбарго ООН. А когда наконец режим апартеида пал, президент Деклерк приказал уничтожить оружие. А изгнанный Деккер для своих радикальных целей. Точно. Теперь Деккер во всем винит ООН. Подключись, он послал нам сообщение. Понял. Access granted. Чик, чирик. Mission information downloaded. Так, вчера мы получили это от Деккера. Мы стоим в судный день готовки с нашим порядком. Мотивы Деккера ясны. Блок санкций он разрушили режимы. От Пертиида в Южной Африке, что и послужило с причиной его изгнания. Мы его цель. Джессика 6 связана с тайным оружием, которое разрабатывалось для армии Японии. В общем, мы не знаем, что такое Джессика 6, вот. Идем к оперативнику в суши-баре там в Японии. А этот, то есть Деккер, этот он типа там, как бы... Властелин над миром хочет быть, что ли? Ну да, он мстит мировому порядку. Да. Все хорошее, не хорошее. В общем, мы едем в Японию узнавать, что такое Джессика 6. За Фумиколу? Да, и желательно найти. Нас появляется тут с собой взять... Огнемет бесполезный, мы брать не будем. Мы в Японии найдем по куче пушки. Я еще пока держу в секрете, что это. То есть это не та козырная пушка, которую ты... Даже не та.
еще. Это единственное, которое осталось, которое мы еще не видели. В общем, мы приехали с пулеметом забирать Фомико. Тут со старта сразу начинаешь купить, что делать. На деле, по-моему, нужно куда-то залезть. И заодно аккумажу за средство себе возьму. Полнокомплектный. Короче, миссия называется «Найди то, не знаю что». Что-то не так. Как всегда, этот типа пол провалился. Ну, тут видишь, ниндзя первый. Экшн. Че, вырезать могут? Не-не, вообще с этими пушками. Ниндзя с пушками? Это не ниндзя. Если нет, блин. У них есть катаны? Но они, если я не ошибаюсь, не ниндзя. Ну, то, что у них есть катаны, ты знаешь, что они ниндзя. Выебываются, да и все. Просто кто с катаной нападает на чувака, у которого пулемёт огромный? Ну, как тебе сказать? Тот, который обучен боевым искусством, который может наебать чувака с пушкой. Ну, а так от пули, конечно, никакая физкультура тебе не поможет. Вот начинается. Сзади поприлазили. Я думал сохраниться. Думал сохраниться, но что-то пожалел. Злоб. Думал вот это отстреляюсь здесь и сохранюсь. Злобяка. Что-то не так. Ладно, быстро. Сколько я, кстати, играю? Сейчас скажу. Час 37 минут. Ого. Я все прошел 4 уровня. Ну 5, а что ты хотел? Ну уровни пожестче пошли. Ну вот проходи этот и все, наверное. Ну что еще? Сколько ты с этим провозишься? Вот так вот по улице Токио бродит с пулеметом. Скажешь, совсем не стыда, не совести. Сзади там забудь. Сейчас спереди. Тут много было. Хорошо, хоть ты еще в Китай не поехал, вот там-то их наверняка вообще дохуя. Знаешь, плодяцкий кролик, не ебутся, не переставающий. Кстати, гранатомет тоже-то бросает гранаты. Ой, пулемет тоже гранаты бросает. Да ладно. Тоже какие-то вот. Сейчас проверим. Я, может, ошибаюсь, но считается, что тут что-то бросает. А, ну, молодцы, конечно, молодцы. Бросает. Вот этот фосфорный бросает, тот зажигательный. И все, наебнули. Должно было. Суки! Вроде, так-то вроде, вот простым врагам там много патронов-то не надо. Выебать-то. Так, ну пару патрончиков. Ну все, пизды такой вставляет, мама не верует.
Не, видишь, тут Макс Пейне тоже на харде много дают сыра, очень много героев играет. Но там, видишь, более утоляющих много. Было бы здесь только аптечек. Не, так я просто говорю, было бы здесь аптечек побольше. Ну тут видишь, немножко разные игры, то есть там от третьего лица все-таки не такая динамика, как от первого. Сохранись. А, ты что? Не знаю, что он сохранится. А что мне за русские? Вот Макс Пейн и там, а это и чё там? А даже от М-ки, ну, чё, два патрона, и ты трол. Ну да. Димон, ты тут ли? Он, кстати, не ответил, просто спросил. Как он не ответил? Он убежал. Он тоже нас бросил. Он понял, что мы неудачники. Вот он нас бросил. Как я в Макс Пейне все ящики ломаю. Вот тут реально проще просто сломать ножом. Я вообще вижу, нигде их никакого не было. Ну какая-то сраная аптечка была. Был броник, он кусочек. Ага, главная энергосистема. Готово. Готово. Это меня убью. Мыло. Понюхали. Машинка маленькая. Ух, в Японии там жить-то негде. Вот они катаются на маленьких машинках. Ну блин! Как всегда баба убила, блин. Бабы тебя любят. Да они какие-то тут подозрительные противные. Стервы. Бать, ты чё-то далеко ползти-то. Задача тебе. Да мне это не... Понял. Стервы. Так, собираем барахло.
Брахлишка, брахлишка. Приходится рвать порки, начальство сказала. Это он говорил. Чтобы менять точку. И второй. Второй. Спарился, я. Странно. Ага, главное энергосистема. Сейчас такой хуя тут появился, и пиздец тебе. Сюда все-таки попроще. Там я убил эту. А, это чума. Тёлка, тёлка, вот где-то тут она тебя ёбнула. Вот тут вот. Что-то от вас нет, нету. Прям, сейчас будет. Это как Кайда Бопин, кто тебя убивает, потом исчезает. Что? Я, пожалуй, еще один уровень пойду. Говори, где найти Джетикоса? Смотри, сам. Быстро! Никогда! Ты можешь потом, да. Найдите еще одного! Закроем-то! Ну, у тебя еще 13 минут, так. Адрес-код 867-309 です. Я сделаю, что смогу. Приехали в компанию Sony. Какое? Sony. Sony за PS4, что ли? Приехали в компанию. О, вчера мы заявились в компанию Acer. Сегодня в Sony. Да. Че завтра-то будет? Завтра? Так, я знаю, что завтра будет. Так я тоже знаю. Я буду бухать. Блин. Блин, блин, блин. 助けてください。彼らは我々を全員殺す気です。スニエのアクセスコードは867-309です。Я сделаю, что смогу. И все, но успели подосрать. Да.
Это пушку сегодня этой новой хочу выбирать. Можешь показать, раз столько об ней сегодня пиздел. Я ее называл Fatality Gun. Аж Fatality, блядь. Заинтриговал? А чё не бабалити, ёпты? Бабалити это в Duke Nukem. Ну да, ну там уменьшители. Кстати, бесполезный. В этом новом Duke Nukem Forever там уменьшитель. Он просто встречается там два раза за игру, блин, с пятью патронами. Но он там полезный, там любого врага уменьшает, у него. Ну там реально, там за всю игру с него выстрелить можно будет 10 раз. Нет смысла использовать ее сейчас, но... Там, чё? Йо... Там, кстати, это не видно, надо будет выдыхать, я не... Суки, я сейвился или нет? Нет. Сейвился. Вроде рай. А, сейвился, нет. Я не вижу. Тебя убили. В этом уровне очень много врагов. Пиздец как много. Ну так ты же в компанию свою не пришел, ты че? PS4 охраняет. Компания Sony существует уже... Блять, ей скоро 100 лет уже будет когда-то. Еще на нашем веку. Ты не вместо его лозишь. Sony. Википедия. Так, что у нас пора? Там пока читаешь про Sony, я это пытались тиран нашел. О, уже? Ну и где он? Только я сдох. Показал свой Fatality Gun. Ну, привет. Ты пока ищи про Sony. Ну, короче, компания основана 7 мая 1946 года. Ну, еще до 100 лет далеко. Ну да, вообще-то, блядь, что-то я погорячился. В самом начале она называлась Токи Цуси Коге Кабусики Гайся. То есть это переводится телекоммуникационная промышленная компания. Или сокращенно Тоцую. Кстати, меня убили с фаталитирами. Да, как выяснилось, это название тяжело произносить. Конечно. Американцам. Чё? Не только американцам. Ну, блядь, типа так вот. Ну, еще название сами произошло, это... Комбинация латинский звук Souls и английского Sunny.
Sunny Boy, солнечные ребята. В варианте английского Sunny Boy привел в японское значение малолетний гений. Не пугай, так начал зачитывать. Да я тоже поначалу подумал, ебаный друг. Вот ты кабанится. Тоже ли, думаю. Да. Типа, пытались найти слово, которое нет ни в одном языке мира, поскольку в японском звуки Sony напоминают слово, обозначающее неуспешный бизнес. Было решено убрать одну из букв. То есть писал сон ни с двумя буквами. Я взял Фаталий Тихан, я даже сохранил. Ну и че, вот это хуйня что ли? Это че, че за пылесос? Видал? Ну и че в нем козырного? Только умирает. Куда хлеще, а толку-то? Ради этого это оружие. Да ну нахуй, я понимаю там, блядь, хуячил, ебашил. Не, ну оно прикольно. Мне нравится. Не, ну так оно да, оно не очень хорошее. Не, в нем есть смысл на самом деле. Ладно. В 50-х годах компания выпустила свой первый радиоприемник TR-63. Это, наверное, положило начало успеху компании. Приемник хоть и назывался карманом, и действительно был маленьким. Карман обычно мужской рубашки не влезал. Смотри, ты в Макс Пейне тоже бегал по карнизам, здесь вот такое есть. Кстати, я так не говорил, оно имеет пользу, это оружие. Ну, покажешь там. Нет, я не покажу. Ну, не смогу показать. А почему это? Оно имеет смысл, потому что убивая на бесконечном респауне, когда играешь, враги прибегают от каждого выстрела. То есть ты стреляешь, враги прибегают. А это оружие бесшумное полностью. Ага. Смысл такой. Ну понятно, что смысл. Ну ладно. Ну а так на деле, да. Ну, по приколу убивать оружие. Короче, пришлось сошивать специальные рубашки с увеличенными карманами, чтобы убралась эта хуйня. Это радиоприемник TR-63. Вот круто, да? Ну, да крепко. В 70-х или 70-х годах появился первый прототипный аудиоплеер Walkman. Это уже нам более знакомо. Ну да. В 83 году совместно с компанией Philips выпустил на рынок первый компакт-диски. В 90-е годы были созданы первые мини... кого? Дискемы какие-то, не знаю, что такое. За 90-е годы компания выпустила около 500 новых продуктов. То есть... Изобретательность почти там, короче, все заебись. А в 94 году появился Sony PlayStation. Случайно. Ну как случайно? А могло бы и не быть, договорились они с Nintendo. Ну да. Ну они хотели наебать Nintendo. А, во. В 2012 году совместно с другими японскими производителями электроники, Toshiba и Hitachi, было создано предприятие Japan Display, занимающееся производством экранов для мобильных устройств. В том же году совершилась сделка по поглощению
доля Ericsson. В ближайшем совместном предприятии Sony Ericsson. То есть в 2012 году, походу, у тебя Sony Ericsson больше не выпускал. Началось активно продолжать продукции Sony на рынок Android смартфонов, планшет. Ну да, в принципе, Sony Ericsson уже больше не выпускает, сколько мне известно. Не, они же делали вот этот, в том году вот этот Xperia Play они делали телефон. Такой же PS1 тащил. Игровой. Он на PS, ну, там кнопки рядом продали на PS3 расположены каналом. О, главный операционный сегмент Sony Group. Sony Corporation, что ли, получается. Как вы прочтёшь. Управление холдингом, электроника, бытовая и профессиональная. Владеет брендом Айва даже, ёпта. Вот так вот, да. Sony Computer Entertainment, но это я тягать не буду. Чего? Sony... Че, знаешь, что такое Sony Computer Entertainment? Че это такое? А, я думал, что что-то ты не должен был прочитать после этого. Нет. Вот. Потом Sony Pictures Entertainment, производство и продюсирование кинокартин, владеет киностудией в Колумбии Pictures, Tristar Pictures, а также полным архивом фильмов компании Metro Golden Mayer совместно с компанией Comcast. Понял, ёптать. В общем, пиздец. Sony Music Entertainment. Ну, музыкальная отрасль всякая. Ну, это, короче, лейбл. Музыкальный. То есть, ну, там кто договаривается с лейблом. Продает там муслятину за счет компании Sony. Кто-нибудь знает код главному компьютеру? Sony Financial Holdings. Операции в финансовой сфере, страхование, банки. Sony Mobile Блять, не прочту нахуй. Короче, мобил ее. Sony Wire, ну это ноутбуки. И Sony Bravia, телеки. Вот так вот, на. То есть это вот целый список, что включает вся компания Sony. Короче, гигант. Охуенно гигант. Тут чё вы там с баблом-то? Бать. То, что нам с тобой никогда не приснилось. Это уж точно, блядь. Да, сейл. Ну, там больно. Ясно. Что-то вот с 11 по 12 год очень большие убытки понесла компания Sony. А там же эти хакеры, помнишь, там счета ломали, вот какие-то акции упали. Операционные убытки составили 67,3 миллиарда иен. В общем-то, плюс, хуя. Там тогда вообще, плюс это в Японии, там вообще там не очень импортово. То это какая-то там Фукусима рванула, то там, блин, ну, да, там цунами, да. То у них... взломали эту PlayStation, потом там у них какие-то там поворовали аккаунты. В общем, пиздец. Да, набросились на Sony Nintendo. Число сотрудников 140 900 на март 2014 года. Нормально. Хуя себе нормально, ты сказал. Сука, два моих города. Вот вот, блядь. Ну, считай, вот они той же Columbia Pictures и Tristar Pictures владеют уже, блядь, дохуя, это еще с конца 90-х. Что все запрыгнули? А может, погоди... А, основано
вот Sony Pictures, вот как сама американская кинокомпания, производитель дистрибьютор фильмов и телевизионных программ, еще в 87 году была создана. Вот. А, вот, ёб твою мать! А Columbia Pictures приобрела еще аж в 89-м, ёб ты. Пиздец. У компании, и то есть приобрела компания Columbia Pictures Entertainment у компании Coca-Cola за 3-4 миллиарда долларов. Было дабл фаталити. Один выстрел. А потом в 2005-м купили еще и Metro Goldwyn Mayer. Это у них права на Том и Джерри? Получается, да. Погоди, погоди. Компания Sony Pictures Entertainment помогали телесериалу «Воронины». Гордись! Мне это еще гордиться, ёпта. Так. По отечественному сериалу само Sony помогало. Да, блядь. Я охуенно счастлив. В общем, вот такие вот закольпульки. Суки. Тебя все пиздят, что ли? Как тебе сказать? Я продвигаюсь, я уже довольно-таки 2/3 уровня, насколько я помню, прошел. Блять, ты уже дохуя играешь. Ты надо было тот уровень заканчивать. Сколько я играю? Уже 37 минут. Уже 1:07 играешь. Сколько сейчас время? 23:38. 8 Амаз. Минут. Превышаю норму. Вообще, пиздец. Блять, нужно Сучу. Подумать. Без сколько вчера экспериментов прошел? За 3 часа. Но я-то проходил по другой теме, у меня потому что играл эпизодами, и не было лимита времени. Не, ну я тоже мог проходить там. Тогда бы я эту игру проходил, хер знает сколько себя проходил, там отдельно Ирак, отдельно там Япония. Ну так про что тебе и говорят уж лучше. Ну уже вот мне до лифта дойти вроде конец уже. Давай, давай. Вот это только эти ниндзя сейчас. Будут бой давать. Ходит, меня вообще прикалывает, блядь, ниндзя с пушками бегают, блядь, это же пиздов. Так, последний сейф. Надо было его использовать. Да, я так и сделал, не сейчас я. Задмастера. Или пройду, а сейф лишний остался, так. Прикольно. Как легко. Вот, а ты говоришь. Ну все, красавчик, гаси. А тут, кстати, босс. И чё, ты хочешь его ёбнуть? Ну, можно было бы. Да давай уже, чё. Будет 2,5 часа спин. Ёбай. Только ёбай своего босса и всё, на. Да, да. Да, бля. Тян, пукнуть не успел, как ты говоришь. Ну, так. Кстати, я сейчас... Не, давай, наверное,
завязывай. Ну тогда завязывай. Может, у меня что-то такое впечатление, что здесь еще до босса доходить далеко. Ну, далековато, но времени нет, времени. В общем, все, ребятки, на сегодня тогда. Продолжение следует. Завтра, если не случится форс-мажора, увидимся. Следите за анонсами. Пока.